Саратовец зашел в салон сотовой связи и на первый взгляд кажется, что собирался подобрать себе новый гаджет. На самом же деле он попросил продавца посмотреть другую модель. Пока она отвлеклась поисками нужного товара, молодой человек взял с прилавка телефон и просто вышел с ним на улицу. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции сотрудники уголовного розыска. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что сдал похищенный сотовый телефон в комиссионный магазин за 5000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому избран мер пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.